because I would like to invite Georgi. I would like to ask you to tell us about the approaches on the cyber protection from the point of view of multi-stakeholderism. I know that tomorrow you're going to speak about memorandum that you're going to conclude. Please tell us, how can we all participate in provision of cyber protection? Thank you, Oksana. Thank you very much. Спасибо, Оксана. Здравствуйте, меня зовут Георгий. Я буду говорить на английском. Я надеюсь, что все нормально для вас. Я могу и на русском говорить. Если у вас есть какие-то вопросы после презентации, я тоже могу на них ответить. Но официально я выступаю от Рады Европы, поэтому я буду говорить на английском. Спасибо вам, что напомнили мне о этом, об ивенте, который будет завтра. But anyway, so we're also discussing the issue of the presentation, and I'm very happy that I didn't actually make one. Хорошо, что я не подготовил информацию, не подготовил, вернее, презентацию, потому что тогда бы мне нужно было бы листать именно на, чтобы остановиться именно на тем вопросам, которые касаются кибербезопасности с точки зрения стейкхолдеризма. Когда мы говорим о Раде Европы, меня очень часто просят выступать перед многими группами, которые перед людьми, которые понимают, о чем мы говорим. А вот сейчас я хочу объяснить, почему вообще Рада Европы заинтересована или беспокоится этим вопросом кибербезопасности. И свободой выражения, или Рада Европы — это такая олдскульная организация, которая касается должностных лиц и их решения, которые они принимают. Говоря о кибербезопасности, я хочу сказать, что у нас есть соглашение, глобальное соглашение, которое было разработано Радой Европы, которое рассказывает о тех стандартах и определяет, что такое кибербезопасность. И вам нужно также не надо забывать о том, что Рада Европы является организацией по правам человека и тоже гарантирует безопасность людей, которые пользуются интернетом. То есть у вас есть право чувствовать себя в безопасности, будучи пользователем интернета. Это не мои слова, это слова суда Страсбурга, что государства, такие как и Украина, они являются частью конвенции, они ответственны за безопасность систем, информационных систем от различных, от, например, детской порнографии и так далее. Также нужно принимать в участие все те угрозы, с которыми мы сталкиваемся, пользуясь интернетом. Когда была кибератака, например, сделана, и это также касается новых сайтов, а также приватного сектора, когда люди получают необъективную информацию по каким-то проектам. И также, конечно, важно, чтобы они были услышаны в других мирах. Многие... Когда есть какая-то интернет-кража, это также есть нарушение права. Это тоже есть киберпреступлением. И вообще все правосудие, криминальное правосудие может быть применяться к киберпреступлениям также. Это то, что касается по отношению Рады Европы к кибербезопасности. Intergovernmental treaty, globally applicable. We have 56 states. У нас 56 стран-членов, и это достаточно хорошее число стран, которые являются членами этой организации. Коста-Рика была одной из последних, которая присоединилась, но это не то, о чем я хочу сказать, но это
Это единственный стандарт, который развивается людьми, которые принимают решения. Но есть множество других стандартов. И эти стандарты разрабатываются различными структурами, они все собираются воедино, их очень много. Например, одним из стандартов, который разработан по-другому, это о взаимодействии между интернет-провайдерами. И была проведена конференция в рамках Рады Европы. И эти стандарты, они также являются как бы источником права. Потому что мы должны понимать, каким образом правоохранительные органы, как служба безопасности должны обеспечивать безопасность информации, например, та, которая, и каким образом они должны сотрудничать, не только в контексте расследований. Есть какое-то ключевое понимание того, что подход мультистейкхолдерного также продиктован природой кибербезопасности. И, конечно же, те подходы, которые используются в физическом мире или в вашей стране, они должны также адаптироваться для киберпространства. Мы пытаемся разработать рабочий диалог с правоохранительными органами с одной стороны и, конечно, киберпространством с другой стороны, для того, чтобы определить, каким образом это регламентировать. Также нужно подумать о тех компаниях, которые находятся вне юрисдикции, такие как Google, Apple, Microsoft и так далее. Они обрабатывают данные, украинцев за границей, то есть те данные, которые им интересны. И они также занимаются изучением этих данных для того, чтобы посмотреть, насколько они соответствуют общим стандартам киберпространства. И если что-то не так, тогда Рада Европы также может принимать участие. И мы уже на протяжении 2 лет проводим платформу для диалога для тех членов, которые являются для стран-членов, и мы в Страсбурге собираемся и принимаем решение по поводу той или другой проблемы. Для того, чтобы упростить доступ для правоохранительных органов к информации, к данным. То есть доступ к данным либо в Украине, либо за границей, для Microsoft или других сервис-провайдеров, она должна быть в соответствии с правами человека. Это всего лишь часть конвенции. Это не мои слова, это то, что написано в статье 15, что фундаментальные права человека, они должны уважаться в применении или в соответствии с любой процедурой. Хранение дата, перехват данных для того, чтобы обезопасить наших граждан в киберпространстве, нужно использовать какие-то очень серьезные, интрузивные, то есть такие процедуры, которые позволяют непосредственно использовать эти данные. Есть какие-то ограничения, например, конечно, когда была перехвачена какая-то информация в интернете, не можно просто сказать, что это кража была данных, потому как мы должны понять, каким образом это перехват этих данных, он может быть именно опасным. Это очень такой инновационный подход, и мы рассматриваем эту проблему даже в рамках Рады Европы, потому как мы понимаем, что существует много проблем, которые они применимы к многим криминальным делам. Также нужно поговорить о стандартах, каким образом они разрабатываются и внедряются, а также та работа, которую мы делаем как Рада Европы. Это не просто люди в костюмах, которые встречаются в Страсбурге и разрабатывают какие-то абстрактные тексты, которые потом они просто трансформируют в право. Это эксперты, которые, например, завтра придут на форум
которые принесут, они привнесут тот опыт, который у них есть из своих стран по киберпространству, и они обсудят это, и они поговорят о том, как можно защитить данные. Это то, как мы занимаемся этим. Это такой же процесс и в Украине. У нас есть уже проект, который мы начали в Украине, еще с 2000, который был запущен в Украине с 2010 года, и он это специальная программа по приватным корпорациям. И это сотрудничество южное, например, с Азербайджаном, с Белоруссией. Когда мы предоставляем свою помощь какой-то стране и определяем, какой стране эту помощь нужно предоставить, мы берем во внимание много других факторов, такие как политические факторы, и это, конечно, касается Украины. Например, мы говорим о хранении базы данных. И вся эта информация является очень важной для того, чтобы интернет-провайдеры они могли хранить эту информацию на серверах. И вот вы говорили о том, что когда могут изъять серверы с информацией и изучать эту информацию 2 месяца или 3 месяца. Это всего лишь одна из проблем. Есть еще очень много других вопросов, которые касаются киберпространства. Для того, чтобы сделать это, мы поддерживаем власти Украины. Говорим, что мы используем, конечно, мультистейкхолдерский подход, и это очень огромное такое движение вперед. Мы приготовили ряд тех изменений, которые будут внесены в закон по телекоммуникации, в закон по телекоммуникации, а также для того, чтобы создать лучший баланс между индивидуальными пользователями, а также другими структурами. В этом июне были поданы все вот эти изменения правительству Украины и Верховной Раде, они на рассмотрении. Другой момент — это обсуждение между провайдером и услуг, а также правительством, для того, чтобы они могли заключить договор по кооперации, по сотрудничеству. И этот документ, по крайней мере, в нем будет включать все технические данные. И это, конечно, является ответственностью интернет-бизнеса и криминального правосудия, чтобы взаимодействовать и сотрудничать для того. Это будет очень хорошая практика для бизнеса. Но как это организовать, это сотрудничество? Кто может быть связующим лицом или связующим звеном между сервис-провайдером? Потому как, когда мы говорим о киберпространстве, нам нужны люди, которые будут хорошо понимать те инструменты, которые используются в киберпространстве. А если нет, то тогда каким образом будет расследоваться это дело, или каким образом будет осуществлен доступ к данным для их изучения? Например, платформа обмена датами. И я думаю, что, конечно же, правоохранительные органы, они для того, чтобы получить доступ к какой-то информации,
они должны сотрудничать с теми, кто может предоставить эту информацию. И, например, в Грузии был проведен также форум, и они как бы не пришли к какому-то общему знаменателю, они просто... Это был меморандум по сотрудничеству, который вышел далеко за рамки и был сконцентрирован на деталях. Мы надеемся, что тот подход, который мы используем, он правильный. И сейчас то, что мы в Украине, оно еще обсуждается. И завтра я представлю тексты по инициативе и принципы. Поэтому, если вы заинтересованы, пожалуйста, завтра можете с ними ознакомиться. Это все очень интересно. Я думаю, что это все, что я хотел сказать, потому как я могу разговаривать часами об этой теме, на эту тему. Это тема, ту, которой я занимаюсь давно и которую переживаю. И я хочу дать возможность другим спикерам также высказаться. Спасибо. Если у вас есть вопросы, я буду готова ответить. Но если у вас есть также вопросы в процессе или по этой теме, по этой интервенции, я буду готов ответить на протяжении всего дня. Hello. Does the Budapest Convention cover website blocking in terms of how that should be conducted in criminal investigations or for national security purposes? And two, you mentioned comments that the Council of Europe has delivered to the government of Ukraine in June. Are those available publicly for review? Okay, good question. So to start Очень хороший вопрос по поводу Будапештской конвенции. Конечно же, она на, конечно, другом языке, но все равно имеет непосредственное отношение по изъятию компьютерных систем. И также, конечно же, есть обязанность у тех, кто непосредственно, то есть правоохранительных органов, наверное. Это касательно блокировки сайтов. Но, конечно же, как правильно вы указали, это только в рамках криминального расследования, то есть из других каких-то других для других целей это не используется. Это уже не прописано в конвенции. Это, возможно, регулируется какими-то другими нормами. И завтра, кстати, я хочу сказать, что именно по поводу этой темы будет выступ на форуме. Regarding the second question, по поводу второго вопроса, мы, конечно, межправительственная организация, и один из членов этой группы, в которой мы работаем, он из организации из Украины, и я не думаю, что были какие-то ограничения по поводу конфиденциальности информации. Мне кажется, мы даже ее опубликовали на сайте, но я скажу честно вам, у меня даже самого возникают трудности для того, чтобы при поиске информации. А текст есть и на украинском, и на английском. И вы можете получить всю информацию, там полностью весь отчет. И он, конечно же, доступен для всех. Спасибо большое, Георгий. Я очень надеюсь на то, что Thank you so much, Georgie. I hope that your memorandum will create a miracle, just like it did in Georgia. But we're not only speaking about multi-stakeholderism, but about private and state cooperation. We wish you good luck. And on my behalf, I would like to say that our students translated your report, a wonderful report on legislation based of Ukraine, and we made it before you published. And we noticed lots of mistakes on the context in Ukrainian translation of the Budapest Convention that was published on the site of Verkhovna Rada of Ukraine, and it is the official document for us. And I would like to say that your official translation into Ukrainian, those
даны в совершенно другую interpretation. Those phrases were interpreted completely differently. Обратить на это внимание и those quotes. And I would like to define how to make amendments into the official version of translation. And I would like to discuss this a lot because I will still have more questions for you.